Здравствуйте, дорогие товарищи. Меня зовут Кучук Владимир. Я работаю программистом. Закончил первое отделение Красного университета. Да? Сейчас в данный момент являюсь слушателем второго отделения Красного университета. Как вы знаете, начинается новый учебный год и идет набор на очное и заочное отделение Красного университета. И я бы хотел рассказать, поделиться своими впечатлениями о том, что дает Красный университет в плане обучения марксизму и чем хороша такая возможность, как очная форма обучения, посещение лекций вживую. Ну, наверное, всем, кто интересуется общественными вопросами, политикой, более-менее серьезно что-то читает, изучает, наверное, быстро становится понятно, быстро человек приходит к той мысли, что марксистская теория, работы марксистов-классиков, они настолько дают глубокое понимание, правдивое, то есть читаешь, вникаешь и понимаешь, да, вот правда, вот где действительно идет анализ ситуации и понимание сложных социальных явлений. И здесь Красный университет – это возможность прежде всего заниматься изучением марксизма систематически, под руководством и с помощью людей, которые, ну, можно сказать, в настоящее время, ну, крупнейшие марксисты. Я не хочу кого-то, может быть, принижать или недооценивать, но вот по моему личному мнению, вот преподаватели Красного университета действительно являются крупнейшими марксистами, учеными. В Красном университете есть две формы обучения. И с учетом того, что все доступно в интернете, конечно, это прекрасная возможность просмотреть все лекции в ретроспективе и в любое удобное время. Но, конечно же, возможность посетить лекции вживую, это, наверное, сравнимо с тем, как заниматься любым другим, изучать любой другой материал по какому-нибудь видеокурсу, либо же с живым тренером, который и подскажет, и направит, и подискутировать можно. То есть я хочу сказать, что очная форма обучения, доступная для тех, кто у нас хочет обучаться в Санкт-Петербурге, это действительно ценная возможность, которую я рекомендую всем использовать. Буду рад встрече на занятиях.